А чё произошло-то? Я как будто потеря памяти, нифига не помню. 31 декабря праздник, мы сидели всей компанией, отмечали, потом пу! Темный экран, я вырубился, просыпаюсь 2 января и вижу вот эту вот картину. Какого чёрта? Здесь произошло в новогоднюю ночь, и что это вообще? Баба Зина. Елена Ветрянкина, сюда, 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 сюда! Тут внутрь! Туда, внутрь! Здравствуйте, что случилось? Здравствуй, жопа, Новый год в 2020-й! Вот что случилось! Пройдемте внутрь за мной. Подождите, подождите! Я вам сейчас покажу, что случилось. Бабе Зине кирдык случился Новый год! Пожалуйста, проверьте, она жива вообще там... Может, у нее там сотрясение, может, она просто не хочет просыпаться. Я не знаю, я вам не буду мешать. Делайте, что надо. Что это за дичь? Разрешите поинтересоваться, а что вы делаете, Елена Ветрянкина? Не мешайте, я пульс измеряю. Ах, все, рот на замок. Ну как она? Жить будет? Так, пройдемте за мной. Ну давайте. Выходите. Пока здесь все к чертовой... Ой, извините. Пока здесь все к чертовой бабушке не сгорело. Так, только тихо, без паники, не волнуйтесь. Присядьте на пол, чтобы не упасть. Ну да, сейчас бы жопой шандарахнуться на холодный снег, ну как бы ладно, в такой ситуации можно даже и на него шандарахнуться. О! Я вас слушаю, Елена Ветрянкина. Бабы Зины больше с нами нет. А что произошло-то? Я нифига не помню, я даже не знаю, что с ней произошло. Она, может, на банановой кожуре поскользнулась и упала. Только тогда, с другой стороны, кто вот эту кровавую надпись на стене оставил? Вряд ли это банан был. И что теперь делать? Снимать трусы и бегать? Да я откуда знаю? Если с нами ее больше нет, ее с нами больше нет, ну все, идите за катафалком, там морг, вот это. Я откуда знаю, что? Вы здесь врач или я здесь врач? А, да, хорошо, тогда скажите ей, чтобы она никуда не уходила. Кто? Баба Зина? Ну, если она куда-то и уйдет в ближайшее время, только что туда. Туда. В небесные апартаменты. Ресторан? Закрыт. Не знаю даже какое время. А сейчас то, что беспокоит меня больше всего. Мелкий! Мелкий! Степа! Маргарита Степановна! Олечка в крайнем случае! Слушайте, а куда все испарились-то, я не могу понять. Так, ближайший дом здесь Стёпин, поэтому сначала мы забежим к нему, потом я отправлюсь к себе домой и просто молюсь богу Майнкрафта, то что Мелкий будет там. Дверь открыта, это не к добру. Стёпа! Стоп! Вытирай ноги, собака, не в этот раз! Стёпа! Стёпочка! Кого вообще, город пустой, как будто все вымерли, кроме меня, Елены Ветрянкиной и бабы Зины. Ну, как бы, она же, не, плохой пример. Опа! Ага. Кто-то сейчас от страха обдристается. Всё. Собака, ты такая...
Стёпушка! Степанчик! Если что, это я! Не боись, пожалуйста! Стёпа! Да, мы с тобой в догонялки, что ли, сейчас играть будем вокруг ёлки? Стёпа! Стёп, ну я ж вижу тебя, то, что ты за ёлкой прячешься! С ума сошёл нафиг! Стёпа! А чё произошло-то? Стёпа, иди колотить! Чё произошло? Ты мне можешь сказать, где Маргарита Петровна? Ты с ума сошёл? Ну так тоже, в принципе, можно. Стёпа! Мне кажется, нам жмуриков за эту серию жизни ютубера, в принципе, достаточно. Учитывая бабзину, земля и пуховик. Степанчик! Вставай, ядрёна перловка! Жизнь мрачной жопой покрылась, да даже по-другому сказать не могу! Стёп, вставай давай, закрыба, вставай! Чё? За дичь? А чё, да, что? Это я что тебе спрашиваю? Привет, это ты? Привет, это я. Ты можешь сказать, что произошло в чёртовом ресторане за всё это время? Да, там реально жопа. Объясни, какая жопа? Стёпа, я же ничего не помню. Я как упал на пол, походу, 31 декабря, то так и проснулся 2 января. Чё это за дичь-то там произошла? Бабы Зины больше нет, все горит. Все, кто был в ресторане, спрятались в секретном доме. А они еще машину твою взяли и поехали на ней. Я ее здесь припарковал. А кто им разрешал на моей машине ехать в какой-то секретный дом? Извини, я не могу тебе сказать. Подойди сюда. Подойди сюда. А ну быстро сказал, собака, куда они уехали, не заставляй меня тебя прессовать. Мелкий пропал, Олечка пропала, бабу Зину шандарахнули, ты еще будешь здесь упендриваться, хрыш усатый. Ладно, я все скажу. Давай так бы сразу с самого начала. Они все уехали на дачу, за город. На чью дачу? Им всем стало страшно, они объединились и все уехали в один дом, чтобы переждать этот кабздец. Подожди, они все взяли мою машину и уехали на чью-то дачу за город, чтобы переждать какой-то кобздец, да? А какой кобздец? Или подожди, самое главное, мелкий-то где? Мелкий с ними поехал за город? Нет, мелкого я не видел, он куда-то пропал. Вот этого я и боялся больше всего. Ты даже не знаешь, куда он примерно мог уйти. Он еще пропал до того, как все это произошло. Он, получается, он даже всего вот этого не видел, что там происходит в ресторане, да? Он ушел с Олечкой. Ага. Я должен был догадаться, что во всем здесь замешана Олечка. Так, подожди. Если мелкий ушел с Олечкой, значит, Олечка 100% сейчас знает, где находится мелкий. Все верно. Но как мне найти Олечку и как узнать, где находится мелкий, а? Но я знаю, где живет Олечка. А, да! Так с этого-то и надо было начинать. Давай погнали тогда. Пошли за мной. Пошли, Степан. Хотя бы раз в жизни будешь полезным. Слушай, если ты знаешь, где живет Олечка, то сейчас мы запросто сможем вычислить, где находится мелкий. Ля, тут что, дом был, подъезд? Я первый раз здесь нахожусь. А ну давай, дверь за собой, да, лучше закрыть, учитывая все обстоятельства, которые сейчас... Добрый вечер, с Рождеством! Ладно, неподходящее время. Здесь? Вот здесь она живет. Так, Степушка, стань сзади меня, стань, сейчас я все проверю. На всякий просто вот так случай. Если что, будь наготове. Там достань лом или монтировку, или... О, бита, в принципе, тоже сойдет, да. Открывайте дверь! Полиция, милиция округа жизни города ютуберов, или как оно там... Дверь откройте! Собаки!
Здравствуйте. А вы кто? Сраный Стёпа. Ты с ума сошел? Кто тебе давал команду ФАС? Ты зачем бедного мужика по башке стукнул? Жопу в пол, морду наверх, всем лечь встать. Признавайся, черт усатый, ты мелкого сворвал? Стёпа, отбой. Вот это, отменить миссию. Убери биту свою. Вот этот, беззащитный молодой человек, походу папа Олечки. Ты с ума сошел, человека по башке битой сразу бить. Этот, бонжур, месье, вот это, усатый, как его зовут, не знаешь. Вставайте! Что вам от меня надо? Деньги в шкафу забирайте, только не бейте! Слушай, да никто тебя бить как бы не собирается. А вот по поводу денег в шкафу, Стёпа, можешь проверить, есть ли там бабки или нет. Слушай, папа Олечки. Где Олечка? Это вся информация, которую нам нужно узнать. Где Олечка? Где Мелкий? Они в последнее время вот это, роман между собой крутят. А, дети, они на крыше? В смысле на крыше? Я боюсь даже поинтересоваться, что они там собрались делать. Слушай, а может, учитывая, что произошло в ресторане, может, они пришили того с крыши? В смысле, усатый черт бородатый! Что дети собрались делать? Признавайся! Да не, у них там свидание. Дурак! С этого-то и надо было начинать. В смысле, а кто на крыше свидание-то устраивает? Ладно. Стёпа за мной. А вы, месье, здесь оставайтесь. Пошли, Стёпа, пошли на крышу. Так. Ага, мусорки. Стёпа, я первый, ты за мной, только тихо. Так вот они. Бутылочка. Ага, ваза с цветами. Конфеточки и свечка. Прям романтик. Слушай, Мелкий, походу, в альфа-самце заделался, да? Олечке тут свиданку на крыше устроил. А он-то еще не в курсе, что у нас в ресторане, да, произошло? Ну ничего, сейчас я ему расскажу, два раза обосрется. Пошли, Стёпа, только тихо. Сейчас им надо небольшой урок продемонстрировать, проучить, можно так сказать. Тихо. Бу! С Рождеством нафиг! Ой! Да все, да не упала она, повезло, там Степан балкон. Я просто напугать немножко захотел. Я же не думал, что она испугается, шандарахнется сразу так. Олечка, все в порядке, Олечка. Степа, ты че стоишь столбом? Иди спасай Олечку. Ну, в смысле, можно было через лестницу спуститься. Ну, в принципе, так тоже сойдет. Мелкий, пошли, мы с тобой через лестницу спустимся. Пошли. Мелкий, не вздумай прыгать с третьего этажа! Я, походу, один цивилизованный молодой человек, который всегда почему-то спускается через лестницу. Всего хорошего, пополечки. Я Олечку нашел и Мелкого тоже нашел. До свидания. Хороший мужик. Мало мы с ним, конечно, знакомы, но да ладно. Ой, сидят. А Стёпу... А, вот, Стёпу, думал, потеряли. Развлекаетесь, да, значит, пипуки? Рогатку ты свою убери, рогатку-то уберите! Сейчас что один очумеет, что другая очумеет. То есть свидание, да, значит? Бутылку он там чего-то детского шампанского притащил, то есть цветы там притащил, да? Олечку, значит, цепляешь там на крыше, да? Новую девушку себе, да, удумал? Закадрить удумал. Мачо-мен-то такой, лавелас местный, да, 7-летний, или сколько тебе там лет, 6, да? Ага, нет, 6, 7? 7. Ну, тогда пройдемте за мной. Сейчас я тебе, Мелкий, кое-что покажу, и ты, Олечка, тоже пройдемте. Вы, значит, смотались до того, как вот это все произошло, и до сих пор никто не знает, что здесь случилось, да? Олечка, ты, пожалуйста, дорогая моя, постой здесь.
здесь. Угу. А мы с мелким сейчас смотаемся. Я мелкому кое-что покажу. Степа, ты тоже давай за нами. Пошли, мелкий, пошли, пошли. Закрывай эту. Угу. Пошли. Угу. Да. Видишь, да, что там написано? Да, да, да. А подожди, а ты думаешь, у меня есть какой-то другой выбор? Только ты и я решим все раз и навсегда. В полнолуние в моем доме приходи один. У меня немного вариантов мелких, кто это мог написать. Скорее всего, только один. Ты же понимаешь, что если я не пойду к нему в дом сам в полнолуние, то вот эта вся дичь может продолжаться вечно. И в следующий раз реально на месте бабы Зины может быть кто-то другой. Ты же понимаешь, что баба Зина с самого начала сезона жизни ютубера присутствует в этом городе. Ты же это понимаешь, мелкий? Чё ты рукой-то своей машешь? Это конец. Я не знаю, что дальше делать. Это тупик. Мне остается только идти в дом его. Ты это понимаешь? Чё? Камеры. Мы же можем посмотреть по камерам, что здесь произошло. Степа, а где могут быть камеры? Не отвечай. Камеры могут быть в будке охранника, там, где раньше работал Костя. Пацаны, яйца в руки, куриные новогодние и за мной. Выходите, закрывайте. Здесь уже дверь открыта. И компьютер приготовлен. Ну чё, все готовы узнать истину и посмотреть, как это было в новогоднюю ночь? Олечка, ты готова? Ты готов? Надеюсь, что да. Ну, приступим. Здорово, всем привет! Кто опять получил мини-инфаркт? А здравствуйте, это как бы фишка наших вот этих рубрик. Я себе такую прическу сделала. И как вы понимаете, это... Так, стоп! Фу, мелкий, ты чё мне включил? Зачем ты включил мне мою же серию «Пробуем с Катей»? Ты мне камеры включи, которые в этом ресторане. Ты чё сейчас решил? Ты... А, он походу вам это хочет сказать, перед тем, как мы посмотрим вот эти камеры видеонаблюдения. У нас же с Катей новая серия «Пробуем» вышла. Со всем этим бредом, который происходит в городе ютуберов, я забыл вам про это рассказать. Ладно. Вот. Вот здесь подсказочка. Если кто-то пропустил, если ты еще не видел новую серию с Катей, там, где Катя, возможно, даже скушала тарак, но это я не знаю, скушана или нет, ты узнаешь, если только посмотришь эту серию. Сейчас, мелкий, давай, запускай шарманку с этими видеокамерами. Сейчас узнаем, что же произошло с 2019 на 2020 год. Давай, давай, хацкер юный, запускай эту шайтан-машину.